как надо. Вы знаете? Тогда на счет три. Уверенно, быстро начинаем ускоряться и очень быстро бежать. Когда я скажу, приготовились, смотрим вперед. Раз, два, три, побежали! Побежали, быстрее, 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 быстрее. Молодец. Хорошо, можешь усаживаться. Хотя бы старалась. Умничка. Давай камеру, бросай ручки по бокам под коромысло. Одну, вторую. И сядьте, пожалуйста, поглубже, да, упрись и прям. Ну, чтобы удобненько было. Нам удобно? Все, да, снимаю видосики. Отлично, ты умничка, хорошо, бежала, держи. Я старалась, я так боялась, что будет медленно. Ну, я ж помогал тебе. Спасибо вам. Ну что, страшно? Нет. Ты глубоко сидишь, хорошо? Да. Прям поглубже, только поглубже. Продолжим квест. Все, понятно. Теперь буду спрашивать, летаем долгий полет или обычный? Как хочешь. Даже не остановить. А? Как вы? Ну, я же ваш пилот второй, вы главное. Если говорить, летаем долго, я лечу в потоке, набираю высоту, будем летать долго. Если обычный полет... Давайте долго тогда. Долго, хорошо. Уже не каждый день, если что, жить... Что? Не каждый день, если жить так жить. Еще что? Не каждый день так. Это если да. Жить, так жить. Ваша жизнь поделится до и после полета. Вот именно. Я говорю, я сегодня уже такие дела делаю, что... Ну, эти виды, этот снег, это что-то... Это что-то невозможно. Я в горах, правда, первый раз. Если что-то не делаю, это самолет. Заказывай желание, загадывай, только не говори мне его. Хорошо. Жалко, я это не записала, но это, конечно, боже, какой вид. Да мы
управлять? Очень сложно, ну, просто. Плавненько поворачиваешь. Ну, давай, давай. О. А как ты начнешь заниматься этим? Ой, всю жизнь хотел летать. Ага. Открыл бизнес и заработал кучу денег. Да. Купил время и начал летать. И все, бизнес отдал жене и стал пилотом. Вау. Ну это ваша как... Это моя жизнь, это не работа. Ты хобби, вот именно. Если ты занимаешься, ты работаешь, это твое хобби, это не работа. Делаешь сегодня. Я везде. Их удивила сегодня везде.